Много лет прошло с тех пор, когда в союз проник раскол. С перестройкой подло влился, когда занавес открылся. С запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал: жить лучше будем. Владимир Путин молодец. В новый век вошла Россия и вздохнула с новой силой. Курс взяла на возрождение после божьего забвенья. Еврозапад спеленился, грязной ложью навалился. Вежливо ответил Путин: нас не трогать, мы не Путин.